Привет, привет. Карина, когда сестра твоя Даниэлла была маленькой, она свято верила, что феечки живут в каких-то маленьких домиках, что они живут где-то рядом, в каком-то своем маленьком прекрасном мире, да? И когда мы увидели вот эти вот скульптурки чудесные, домики вот эти вот все, вот эту вот мебель, вот этих феечек, вот эти вот знаки Welcome Fairy. Конечно, мы не могли удержаться. И, конечно же, мы это все купили. Сегодня у нас очень красиво, такие вот деревья стоят, вот такие вот прекрасные цветы и вот такие вот дома для феечек, да? Покажи нам феечек. Да, и все это продукция Bloom Room в основном. А еще у нас есть вот такая армия феечек, и всем им надо где-то жить. И мы, учитывая это, купили большое количество очень интересных вещей для мебели, для наших маленьких феечек. Так, Карин, чем ты занята у нас? Играю феечкой и собачкой. Понятно, ты играешь феечкой. Феечка играет твоя с собачкой. А у нас здесь вот такой вот поднос деревянный, икеевский, который мы сейчас выложим вот листами такого муха и распечатаем вот эти вот все прелестные вещицы, клеточки с птичками, вот такую вот поилку, да, и обустроим нашим феечкам чудесный, прекрасный город. Что ты хочешь? Вот это. А, это мы тоже будем использовать, да, когда сделаем сейчас вот здесь вот экспозицию, где будут жить наши феечки. Из таких камешков мы сделаем им водоемчик, да? А вот такой вот домик, у нас много домиков интересных. Это другая фирма, сейчас мы покажем, какая. Art Minds. И все это будет в отдельном городе, да? А почему? Качается. Да, почему? А, это котелок, да? Где гномики вот эти вот будут варить что? Уху себе, да, какую-нибудь? Да. Дальше там горшки с цветами, колодцы, арки, качели, домики прелестные. Даже есть собачья конура и какая-то приблудшая собачка. Что ты? Это у тебя собачка такая. Что ты для нее приготовила? Конуру? Да. Она будет жить с феечками, да? Да. Вон та конура, правда? Да. Давай попробуем. Хотела уже открывать. Карине не терпится все открыть. Да. Ну давай открывай. Что тебе для этого надо? Ножницы. Ножницы вот здесь у нас готовы. Здорово. Так, покажи нам поближе, пожалуйста. Так, отлично. Так, это этажерка. Сверху стоят горшочки с цветами, да? И даже перчатки вот здесь вот для работы. Посмотри, какая прелесть. А внизу просто горшочки. Феечки будут садить сюда цветочки. А Карина взяла уже следующее. Покажи, что ты взяла. Вот это такие скворечники. Какая прелесть. Ну, давай. Нет, моя любимая бабочка. А, какая твоя любимая бабочка? Какого цвета? Покажи нам. Нам сюда поверни. Ой, какая прелесть. А, вот эта бабочка. Чудесный скворечник. Есть еще один? Покажи следующий. Ой, какая прелесть. Чудесный. Мне нравится. Так, клади это все на поднос и следующий бери. Моя любимая бабочка вот эта. Дальше что? Так, а дальше у нас что? Тележка с цветами, Bloom Room, да?
Так, ну это тележка прелестная. И инструменты, да? Какая она чудесная. Это просто ручка, да? Это не инструменты. Чудесная штучка. Нравится? И все это для наших феечек. Это надо везде. Так, что мы следующее распечатываем? Вот это вот. Это вот знак, да? Welcome, Fairy. Добро пожаловать, феечки. Да. Добро пожаловать, феечки. Мы вас ждем. Так, и посмотри, как у нас тут уже много, да? Готов. Ой, какой чудесный гриб. Это не ядовитые грибы. Мухоморы? Да. Они ядовитые? Да. Правильно. Потому что нельзя их кушать. Их нельзя кушать, да. У нас еще там есть, а посмотри, гриб-домик есть вот такой вот, вот там вдалеке. И еще один гриб-домик. Здесь, кстати, тоже грибочки растут, но уже не ядовитые. Купальня для птичек, да? Ты хотела распечатать ее? Да. Ну так давай вперед, забирай и распечатывай. Доставай птичек. Посмотри на птичек. Покажи нам, пожалуйста, поближе. Купальня для птичек и заодно поилка. Они здесь плещутся и радуются жизни. Чудесная штука. Нравится тебе? Да. Давай дальше. Свою кормушку для птичек. Показывай нам. Так, она подвешивается куда-то кверху. Да? Опа! Карин, тебе удастся ее повесить там? Какая прелесть! Так, и Карина забрала два стульчика для феечек. Один стульчик голубой, а другой розовый, да? Да, это мой любимый розовый. А твой любимый розовый, да? Да. Так, вот такие вот чудесные стульчики, да? Так, пожалуйста, попрошу. И даже подушечки сделаны для них. И даже на подушечке там вот мох какой-то, да? И сделаны такие под старину они, да? Классно как? Ну, давай. Доставай, показывай. Мох упал. Мох упал. Так, ой, какая прелесть. Вот как хорошо она уселась. Вот спасибо, как ты нам хорошо показал. Вот, наконец, дверь. Да, Я буду резать. Давай. О, отлично, как обычно. Так, и другую дверь, вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, welcome, Fairies. Fairies, welcome. Так, ну что, теперь у нас... Теперь мы все распаковали, да, у нас все уже распаковано, и мы уже можем, и мы можем вот здесь вот создавать чудесную экспозицию. Будем делать экспозицию, да, для феечек? Да.